В условиях пандемии коронавируса для субъектов малого и среднего бизнеса в Башкортостане на 50% могут снизить арендную плату. Инициатива вошла в перечень мер поддержки МСП на фоне распространения новой инфекции. Об этом РБК Уфа рассказала глава Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова. С 6% до 1% планируют уменьшить ставку налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий повышенной группы риска. В их число входят учреждения частного образования, туристическая отрасль, культурно-развлекательные и спортивные объекты. Республика также готова субсидировать часть затрат на разработку цифровых приложений в сфере дополнительного обучения, интернет-торговли и развлечений. В Госкомитете по предпринимательству рассматривают возможность создания региональной факторинговой компании для выкупа задолженности торговых сетей и государственных корпораций перед субъектами МСП. Мы подготовили предложение в федеральный центр для принятия решения в части компетенции федеральных органов исполнительной власти, в частности, о продлении режима ЕНВД до конца 2021 года. Рассматривается и вопрос субсидирования малому и среднему бизнесу до 30% арендной платы до 1 июля текущего года. До 1 же октября планируется ввести мораторий на проведение проверок субъектов МСП. Под исключение попадают вопросы, связанные с риском для жизни и здоровья жителей республики.